Значит, смотри. Я сейчас тебе буду говорить слова этой песни. Ты будешь показывать Лоре жестами, а она будет озвучивать свой вариант, да, каждого слова, соответственно. Угу. Давай. Кстати, вы можете свои варианты предлагать. Уважаемые авторы, вы здесь не просто так собрались. Кто-то кого-то забыл. Открывай. Совет эксперта. Ключ, дверь, рельсы. Прочитай, пожалуйста. Сделай так. Не знаю. Тише. Не знаю, скрип, потертое седло. О, может быть, ты уже понял, о чем это про Боярского, наверное. Опять скрипит потертое седло. Нужны Парижу деньги. Эфес в ладони отогрелся. Было еще, что и ушел. Молодчина.
Хороший. Специалист. Нет. Офигенный. Критик. Любитель. Глагол, 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 глагол. Не подражай. Нет, глагол. Все-таки повторимый. Уникальный. Умеешь. Нет. Уметь? Уметь? Уметь. Да. Уметь. Вот. Уметь. Да. Все, все, да? Да. Отлично. Жизнь умеет. Правильно? Ну, я на самом деле только два слова добавила. Две капли засверкали на дне, эфес в ладони отогрелся, жизнь хороша, хорошо вдвоем, есть уметь. Уметь. Уметь рисковать. Ну, хорошо, там было еще одно слово, которое я никак не покажу. Хотя, может, Олег покажет. Тык, тык. Да. Yeah.
Анастасия! Я убью тебя! Анастасия! Почему Анастасия, кстати? Константин!